о том, как не попасться на мошенников. Первый ролик, который мы выкладывали с Матлабом, когда его кинули зимой. В этом году цены поднялись за Матвер и за работу. Теперь они немножко построятся. Решил я позвонить директору этой компании, Искандер его зовут. Когда новый застройщик появится, они пытаются больше заработать. Вы знаете, вся Казань, они потеряют по факту больше, потому что и заказчики будут видеть. 95 тысяч Ильхам вам передаст, я распорядился. Прошло 2 дня, денег он так и не отдал, да? Друзья, спонсор моего канала является банк «Мир Привилегий». Если вы отправляете деньги в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, отправляйте через банк «Мир Привилегий». Это самый выгодный курс отправки. Применяйте промокод АК, и курс для вас будет еще дешевле. Мы находимся сейчас на строительной компании «Крепость», которая работает в Казани. Мы очень специально и хорошо работаем. Мы сделаем для них рекламу. Да, приехали мы сделать рекламу одной строительной компании. Матлаб у нас пытаются кинуть. Сейчас Матлаб. Матлаб поделится информацией и покажем, с какими. Знаешь, как мы обморы, ну, которые нашли, смотри. Это для крепления окна. Тут пины забили мы. Сейчас. 3 сантиметра. Угу. Ну, пины запомнили. Если просто отрезать пину, там останется 3 сантиметра. Они хотят, чтобы мы срезали эту пину. Угу. И потом хотят заплатить. Крепость. Как директор зовут? Искандер. Директор зовут Искандер. Главный менеджер Ильхам. Как ты их нашел-то вообще? Они сами вышли на нас, предлагали работу. Там прораб был хороший. Мы с ним вначале все было отлично. Как только мы приехали, начали работать, с деньгами началась проблема. Прораб сказал, я больше не могу работать, дальше работать с менеджером. А менеджер говорит, мы привезем деньги. Работает, мы работаем, денег нет. Все, у них офис закрыт, видно, они банкротились. Когда новый застройщик появится, они пытаются больше заработать и наебать и работяг, и застройщика, и заказчика. Да. То есть они цены диппингуют, дают меньшую цену, говоря то, что мы вам дом построим не за 6 миллионов, а за 5 миллионов. Да, именно. Именно. И используют плохой материал. Всегда работаете, которые в рынке уже больше 5 лет. Думаю, они максимум 2 год работают, у них... Еще у них самое классное, когда приедет прораб на работу, их заставляют поставить отзывы в 2GIS, в гуглах, поставить хорошие отзывы. Они поставляют отзывы, а потом начнут работать. Как только начнут работать, через неделю они уже увидят проблемы с деньгами, фирма нет денег, все увольняются. Я знаю минимум 5 или 6 прорабов уже менялись. В течение месяца, больше месяца. Каждый раз они передумывают какой-то новый способ, чтобы мы работали, и они деньги задерживают. Вначале они заложили вину заказчика, а заказчик всю работу проверил. Когда им надо было платить нам, они просто говорят, вот этот пин срежьте, оставляйте 3 сантиметра, а потом он платит. Просто смешно это. Они не могли придумать какой-то хороший отмазки, чтобы нам не платить. А туда-обратно съездит на дорогу, уйдет 4000 рублей. 70 километров от города находится у них объект. Шайтаны. Шайтаны. Я в ближайшее время буду делать ролик о том, как не попасться на мошенников, либо что делать, если вас кинули. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Директор не берет телефон. С другими общаться бесполезно. Знаешь, как они в прошлом году взяли предоплату у заказчика полностью 100%. У них полностью 5 миллионов, они полностью 5 миллионов взяли. В этом году цены поднялись за Матвер и за работу. Теперь они немножко построить. Построить, да.
они создают новые объекты в Пре. И за счет них построят этот объект. И новые объекты останутся на следующем году. Как пирамида. Да, это как пирамида. Это продолжается, продолжается. Когда уже на край доедет, они просто бегут все. Срынки исчезнут. Да. У тебя есть вообще договора какие-то? Ну что, молодец. Жизнь учит Матлаба. До этого он работал без договоров. Если есть договора, то мы сейчас можем спокойно ехать в полицию и писать заявление. Я думаю, он в ближайшее время найдет деньги. Решил я позвонить директору этой компании. Искандер его зовут. Сейчас узнаем, что он скажет. Мне что-то подсказывает, что он трубку не возьмет. 3 дня мы ждали этого человека, он написал сообщение, точнее голосовое, о том, что не дурите, а в течение там 2 дней денежка будет. Послушайте сами, сейчас вставлю его голосовое сообщение Матлабу. Я видел вот эти ваши там фото, видео, давайте не дурите, не тратите чужое и свое тоже. 95 тысяч Ильхам вам передаст, я распорядился, но, как я понял, вы не все переделали то, что нужно. И поэтому 10 тысяч за транспорт чуть позже. А по работе на днях с вами рассчитаются сегодня-завтра. Вот Матлаб. Прошло 2 дня. Денег он так и не отдал, да? Искандер. Искандер же должен крепости. Да. Это маркетолог Искандер, главный инженер Ильхам. Прорабы все ушли с работы. Ладно, прорабы. Мы просто видео вот снимали, начало, самое начало, которое вы сейчас видели до этого. Мы дали им 3 дня, чтобы они заплатили деньги. Денег они платить не хотят. Соответственно, мы сейчас будем выкладывать ролик. Они об этой компании узнают вся Казань. Они потеряют по факту больше, потому что и заказчики будут видеть, когда они будут гуглить там в Яндексе, искать эту компанию, отзывы, и они будут выходить. Плюс к ним работяги не пойдут на работу. По факту потеряют гораздо больше денег. А если они заплатят денег, если вы этот ролик не увидите на нашем YouTube-канале, значит, они заплатили денег Матлабу. Сколько должны? 107 тысяч акций категории, еще дополнительные работы, там около 50 тысяч. 157 тысяч. 157 тысяч стоит репутация крепость, ООО «Крепость». Строительная ООО «СК Крепость». Все. Друзья, подписывайтесь, жмите колокольчик, распространяйте этот ролик. Увидело много-много людей. Надо помочь Матлабу. Не попадай больше. Второй раз. Первый раз помогли тебе? Первый раз ролик помог. Дальше продолжения не было. Второй раз тоже поможем, Аллаберса. Первый ролик, который мы выкладывали с Матлабом, когда его кинули зимой, набрал больше 110 тысяч просмотров, и до сих пор он набирает просмотры. Поэтому я думаю, этот ролик должен набрать тоже не менее 100 тысяч просмотров. И об этой компании должны узнать вся Казань, весь Татарстан и вся Россия.